что позволит вам это сказать о наболевшем, буквально 2 минуты, мучить не буду. Я русская, мои предки тоже русские. Вот так получилось, что я родилась в Таджикистане, прожила там 19 лет. С перманентным состоянием, что я чужая на чужой территории. Я не буду рассказывать, как нас знали, когда развалился Советский Союз. Это было страшно, печально. Когда приехала я в Россию, на родину своих предков, сюда, у меня это ощущение никуда не пропало. Оно осталось тем же, что я чужая, только на своей территории. И что мне дает еще, подкрепляет это чувство неприятное, когда смотришь по сторонам и видишь, что, в общем-то, как будто не уезжала из Таджикистана. Ну, я утрирую. Особенно, что творится сейчас у нас в России, когда у нас это чувство даже зарождается у тех, кто жил здесь, и у них есть чем сравнить. Когда они знали, что это их была территория, теперь они в этом сомневаются. Пора, наверное, уже что-то делать. Пора избавляться от этого ощущения. Это наша территория. И мы здесь хозяин. Слава России, слава русскому народу.